Жизнь замерзла. Здравствуйте, уважаемые зрители. С вами Гремлин Серж, и мы играем в Warcraft 3 Rage of Chaos. Компания Нежити. Путь проклятых. И у нас планируется заварушка Черного Камня, часть 2. Но перед этим нас ждет откровение. Начнем. Три дня спустя среди заснеженных альтеракских гор. Так ты не злишься на меня за то, что я когда-то убил тебя? Не будь глупцом. Король заранее предупредил меня о том, чем закончится наша встреча. Король знал, что я убью тебя? Конечно. Он выбрал тебя на роль главного героя задолго до того, как появилась плеть. Если он столь всемогущ, почему он позволяет повелителям ужаса командовать собой? Они слуги тех, кто создал нашего властелина. Огненных лордов Пылающего Легиона. Какого легиона? Пылающего легиона. Это могучая армия демонов, уже покорившая множество миров. Теперь они хотят предать огню этот мир. Наш господин был создан, чтобы подготовить их приход, а повелители ужаса надзирают за ним. То есть эпидемия в Лордероне, цитадели Нортренда, бойня в землях эльфов — это все приготовление к приходу каких-то демонов? Да. Со временем ты поймешь, что вся наша история — лишь репетиция грядущей битвы. Идем. У нас много дел. Глава 6. Заварушка у Черного Камня 2. На следующее утро неподалеку от поселения клана Черного Камня. Не пора ли мне узнать о второй части плана? Пора. Итак... Мы сделали первый шаг, создали плеть и уничтожили всех, кто мог противостоять Легиону. То есть войска Лордерона и эльфов. Именно. Теперь мы должны призвать повелителя демонов, который начнет вторжение. И куда мы теперь направляемся? Неподалеку отсюда. Расположен лагерь орков из клана Черного Камня. На их территории находятся врата, ведущие в мир демонов. С помощью этих врат я смогу связаться с повелителем и получить от него новые указания. Так, задача простая. Уничтожение поселения орков рядом с вратами. Это здесь. Смотри, это ледяной змей. Такие драконы — любимые зверушки короля мертвых. Один из них будет верно служить нам. Я буду твоими глазами. Ну, глазище, давайте, дуйте сюда. Посмотрим. Вроде здесь будет много маленьких лагерей. Так, у нас теперь два героя. Как и положено. Гаргулий мы оставим здесь.
А вот этой вот никто не гвардии смеет мне приказывать. Мы отправляемся с вами вот сюда. Наконец-то. Почему нет? Легион послал мертвецов, чтобы испытать нас. Вперед! За черный камень! Мы орки! Истинные слуги пылающего легиона! А это безмозглая нежить! Оскорбление для наших хозяев! Твои воины не справились, дикарь. А теперь... мы сотрем вас с лица земли. Если кто не в курсе, завершено. Немножечко. Во славу плети! То орки из другого мира. Наконец-то! Пришли. Наш герой. У них была своя отдельная планета. Разумно. Точно. А, вот и дополнительное задание, которым мы с вами будем заниматься. Так вот. Чего желает мой повелитель? Почему никто не создал алтарь мертвых? Скажите мне. Склоняюсь перед вашей волей. Исполню с радостью. Ладно. Постройка завершена. Я размышлял. Это не отменяет нашего плана идти сюда. Разумно. Потому что наша цель-то все равно полное уничтожение всех лагерев. Вот. Орки из другой планеты. Они были всегда достаточно милые и спокойные ребятки. Решающий немного вспыльчивые, да, но в принципе классненькие. Да, сейчас. Вот. Чего желает мой повелитель? Но я тут... жажду служить. Неожиданно. Ваша воля исполнится. Неожиданно. Я к вашему слугам. К ним пришел легион. Ну там не неожиданно, там были ребята, которые... Во имя короля мертвых. Которые сами напрашивались и в итоге сделали все возможное для того, чтобы... Постройка завершена. Наш герой погиб. Легион пришел, но там тоже свои манипуляции и все тому подобное. В общем, все очень плохо и грустно. Катапульта, разбей это здание к чертям собакам. Пожалуйста. Постройка завершена. Все. Один лагерь. До свидания, практически до свидания. Так, герои наши. Вот, но в итоге, скажем так, наши орки. Где прольется моя кровь. Попали, исследование, скажем так, завершено. В рабство. Попали в рабство к легиону и стали их слугами. И были направлены в этот мир как раз таки. Я посмотрю. Как раз таки для того. Чего желает мой повелитель? Где прольется моя кровь? Постройка завершена. Как раз таки для того, чтобы приготовить этот мир для прихода легиона. Но люди сказали «найн». Люди сказали «найн» и типа все отпустили. Так, братюни наши. Склоняюсь перед вашей волей. Не, все это, конечно же, хорошо. Но вот это дерьмо вообще, оно нам не нужно. Я жажду служить. Так что да свершится предначертанное. Исследование завершено.
Склоняюсь вот. Перед так что вашей так, волей. И вот поэтому ребятки начали типа ваша при воля помощи исполнится. Нежити пробиваться. Я жажду служить. Полегче. Артес, иди бери меня. Во славу плети. Чего желает мой повелитель? Я хочу бойню. Исполню с радостью. Раз, два, три. Три паучка. Ну что еще? Жизнь за Нерзула. Нужна древесина. А, у нас один вурдалак работает, да? У нас всего лишь один вурдалак. Постройка работает. Завершена. Где прольется моя кровь? Спящий пробудился. Чего желает мой повелитель? Твой повелитель хочет... Нужна древесина. Храм проклятых. Живые наступают. Никто не смеет мне приказывать. Постройка завершена. Я жажду стройка завершена. Да свершится предначертанное. Говори, глупец. Что-то не так. Жизнь за Нерзула. Ну и все, в принципе. Вот эти вот драконы, да, ну, походу, они не сделают, если честно. Так что нахер. Нахер, нахер, нахер. Лучше давайте армию собирать. Хорошую и сильную. Сейчас, вурдалаки, быстренько давайте еще мне золото, дерево. Вот. Постройка завершена. Нужна древесина. Окей, 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 окей. Так, а где наша тень-то? Наша тень вот здесь вот, да? Вот это вот главная проблема такого юнита. Тьма зовет меня. Разобраться, где же гребаная тень. Я иду. С одной стороны, очень полезный юнит, но, знаете, он чисто один на всю карту. Смысл. Тайное станет явным. Так, по факту нам вот этот вот лагерь нужно просто дожать. Вот просто дожать. Тьма зовет меня. Тайное станет явным. Посмотрим. Жду приказаний. Mm.
Ну что еще? Застройка завершена. Полегче. Мертвые ждут. Мертвые служат тебе. Мясник испускает ядовитое облако, ежесекундно наносящий по атаке. Труповозка испускает подобное облако при каждой атаке, но урон, наносимый им, равен 1 единице в секунду, а время действия 120 секунд. Конечно, нужно. Опача. Ну что еще? Я заставлю тебя страдать. Я размышлял. Нужна древесина. Никто не смеет мне приказывать. Так, здесь нужно побольше бы, наверное. Исследование завершено. Полегче. Так как... Склоняюсь мы перед сюда вашей пойдем волей. В конце, и поэтому... Исполню с радостью. Ваша воля исполнится. Окей. Здесь-то все защищено. Ну что еще? И нам нужно еще две боевых единицы. Эта способность у Гаргули превратиться в каменную статую. У Гаргули при этом повышается уровень завершено. Защиты и способность регенерации, но исчезает возможность атаковать. Постройка завершена. Вот эту штуку я бы хотел бы взять чисто для того, чтобы они еще быстрее бегали просто за дровами. Постройка завершена. Чего желает мой повелитель? Так, давайте две гаргули докупим, чисто чтобы было вот количество... Никто не смеет мне приказывать. А, одну гаргулю давайте. Блин, тогда зачем одну гаргулю, лучше одного паучка еще докупить? Фу-фу-фу. Постройка завершена. Исследование завершено. Вот, вот эту штуку, да, я бы хотел бы купить чисто вот, чтобы они быстрее бегали. Это и вправду разумно. Спящий пробудился. Ладно, давайте дожмем. Говори, исследование завершено. Фростморн жаждет крови. Наконец-то! Фростморн! Так, некромант там я включил. Все нормально. Живые наступают. Легче. Живые наступают. Исследование завершено. Ну что еще? Вот так-то лучше. Исследование завершено. Не головкость, конечно же, для нашего. Легче. Ну что еще? Так, ну один лагерь мы уже дожали, все. Никто не смеет мне приказывать. Я заставлю тебя страдать. Сейчас полностью уничтожим их инфраструктуру. Фростморн жаждет крови. На нас напали. Так, а здесь вы мне уже, да, понадыбали? Нужна древесина.
Хорошо. Ну что еще? Фростморн! И не надейся на быструю смерть. Если в каждом из этих ребят будет по книге с улучшением показателей. За короля мертвых! Единственная проблема компьютерных ребят, это в том, что они очень не любят строиться. Реально, они вот, правда, очень не любят строиться. Фростморн! Давайте уже дорезайте этих ребят. Исследование завершено. Ну и все. Идем к следующему лагерю. Вот так-то который лучше. Находится у нас вот здесь, вот если мне память не изменяет. Ла славу плети. Так. А здесь у нас. Бац. Бац. И блин, у нас деревьев не хватает. Так, ребята. Воу-воу-воу-воу-воу. Сваливаем. Рубите мне здесь дрова. Так, теперь вы. Говори, глупец. Фростморн жаждет крови. Ты узнаешь, что такое боль. Исследование завершено. На нас напали. Нужна древесина. Ну их самой большой ошибкой стало то, что они решили волей напасть сразу на это здание. Ну ладно, высоким интеллектом наши ребята никогда не славились, если честно. Полегче. Компьютерные имеется в виду. Наконец-то! Я заставлю тебя страдать! Кольцо защиты 3. Никто не смеет мне приказывать. Артес, у тебя с защитой вот всегда были проблемы. Лучше. Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. Ла славу плети. И не надейся на быструю смерть. Так, некромантов наших выбили, да? Фростморн жаждет крови. Полегче. Книга мудрости. Бери, конечно. Говори, глупец. Твоя душа принадлежит мне. Меня звали. Никто не смеет мне приказывать. Вот так-то лучше. Ну все, так-то мы точно дожмем. Я к вашим услугам. Так, и осталось 3 лагеря. На нас напали. Легче. Наконец-то. О-о-о.
кто-то добил нашу катапульту. Исследование завершено. Я выпил соки. Прокинь. Шлял. Не отвлекаемся. Я к вашим услугам. Хотя давайте, наверное, на вот эту вот часть подключайтесь, потому что что-то шаманов они не заказывают. Наш герой погиб. Артас, ну как ты мог? Получай. Решающий выбор. Что это я ваше заклинание кругом ледяной броней, повышающей защиту? Во имя короля мертвых. Разум же. Живые наступают. Что-то не так. Ах ты ж. Я жажду служить. Fucking shit. Я размышлял. Ну ладно, наш-то Зикур... Ну ладно, это тёплая цитадель, справится со всем. Ну вот видите, как мы справляемся. Исследование завершено. Те ребята сейчас там уже разрушают до конца. Меня звали? Точно. А вот еще у них шаман. Гори в огне. Я размышлял. Так, что ты вообще у нас умеешь? Это у нас взрыв, наносящий указанному противнику 100 единиц урона. Хорошо, это друж... А в ману. Воина ледяной броней. Ну, так себе. Вы звали меня? Меня звали? Что-то не так. Разумно. Меня звали. Получай. Так, армия. Я к вашим услугам. Келту. Исследование завершено. Разумно. Ты возвращайся к заработку перед денег. Вашей волей. Кладбище работает, все. А мы продолжаем строить армию. На нас напали. Четыре паука. Кто там на вас напал? Вот с этими ребятами, я думаю, говори, нужно разобраться. Глупец. Вот так-то лучше. Там по-любому что-то вкусное. Фростморн жаждет крови. Наконец-то. Нет, не, не надо разобраться с этими крови. Ребятами. Вот так-то лучше. С нашими силами. Спящий пробудился. Так, четыре паука, хорошо. Раз, два, три бойни. И раз, два, три некроманта. Приступай. Живые наступают. Ваш ход. Приступаем. Спящий пробудился. Чего? Полегче. Во славу плети. Вот это было вообще неожиданно, если честно. Исследование. И почему эти штуки? Или это мы привели этого дракона сюда? Но это вражеское существо. Наконец-то.
полный Никто дурдом, не смеет мне приказывать. Зовет меня. Ла славу плети. Ваш ход. Раз, два, три, четыре, пять. Жду приказаний. Спящий пробудился. Я жду. Дела не ждут. Тьма зовет. Что ты хочешь увидеть? Тайное станет явным. Дела не ждут. Ваш ход. Запылков. Нужно построить зиккурат. Так, ладушки. С двумя лагерями разобрались, так что нужно заканчивать серию. И закрывать двери. Вот. Ну, давайте, знаете, этих ребят мы суициднем. Это вот красные финал... А, у них все-таки есть драконы, да? На нас напали. Ну, что еще? За короля мертвых! Твоя душа принадлежит мне! Мертвые служат тебе. На нас напали. Давайте этих ребят мы просто суициднем. Чтобы они еду у нас не забирали последнюю. Никто не смеет мне приказывать. Они ждут. Что-то не так. На нас напали. Нужно построить зиккурат. Ну что еще? На нас наконец-то. Напали. Так, ладно, Фрост давайте Морн на этом я заканчиваю свои приключения. Так, у нас два некроманта, четыре паука. Еще двух некромантов. Ну ладно, пока-пока.